Телеканал КРТ представляє. У нас є на зв'язку Олександр Мануш. Він один з тих журналістів, кого не пустили, так? Я так розумію, висвітлювати виборчу кампанію Білорусі. Олександре, доброго дня. Здравствуйте. Будь ласка, пишіть ситуацію, яка з вами сталася. Да, ну, собственно, ситуація в чому? Рішили ми поїхати, звісно ж, в Білорусь, тому що знакове событие. Как-никак. Стоит отметить, что мы ехали как журналист выдания Шаринет, правильно? Да, да, но мы ехали, да. Дело в том, что у нас не было с собой камеры, там, видеотехники и так далее. Хотя при этом нужно учитывать, что для работы в Беларуси в любом случае нужно разрешение для того, чтобы снимать просто на улице. У нас вот, в Украине такого, к примеру, нет. В Беларуси, например, вы не можете просто так с камерой выйти на улицу и осуществлять журналистскую деятельность. Но опять-таки это касается видеосъемки. Насчет, касается ли это того, чтобы, в принципе, журналисту находиться в стране, ведь мы можем и без камеры, в принципе. Чем аргументовали заборону на въезд до Беларуси? Смотрите, ситуация в чем? На контроле пограничном нас спросили цели вашего визита в Беларусь, мы сказали, что... Знову у нас, на жаль. Просто если визуально глазами собирать информацию, как человек говорит, мог бы сказать, я еду к родственникам и свободно бы заехал, и все бы делал. Чи є, Олександр, с родственниками у нас есть хоча б вопросы. Звук, в Беларуси карантин для въезжающих в Республику Беларусь из Украины. Будь ласка, звати. Да, чудово чуємо. Да. Вот уже представителям КГБ, которые вызывали нас на допрос по одному, мы, собственно, описали ситуацию, сказали, что мы приехали с туристическими целями, заодно и посмотреть, как будут проходить выборы. Если у кого-то есть вопросы ко мне, можете задавать их мне, а не через Руслан. А, дивіться, тобто ви сказали, да, їм про це, а що вони вам відповіли? Ну, тобто, як вони себе вели? Да, ну, вони спрашивали, а собираетесь ли вы что-то здесь снимать? Я говорю, ну, учитывая, что мы работаем с журналистами, конечно же, если что-то будет происходить там, экстренне ординарное, то, конечно же, мы будем это снимать. По крайней мере, возможно, на мобильный телефон. Я говорю, а может быть и нет. Нас поинтересовались, там, сколько мы денег зарабатываем, как долго собираемся находиться там, куда будем, какие места будем посещать. Вот. И, в принципе, сказали, ну, хорошо, ожидайте. В итоге к нам вышел пограничник и сказал, что нам отказано во въезде. И отвели нас в комнату, где мы провели ночь. До рейса обратного в Київ. Дивіться, вони якось це мотиваційну частину робили, чи просто вам поставили перед фактом і все? Ні, нас поставили перед фактом, назвали якусь статтю, согласно, ми говоримо, що це за стаття, вони говорять, согласно цій статті, я маю право не говорити вам, чому вам відказано в об'їзді. Я говорю, ну, а как вы думаете, если вот бы наш вы... есть Михаил Кунен, да, пожалуйста, если бы вы сказали, что я еду с частным визитом, например, к родственникам, вас бы пустили? Вот как вы думаете? Смотрите, я думаю, что вот конкретно в этот день нас бы не пустили, потому что мы там можем сказать все, что угодно. Мы, в принципе, и сказали, что мы едем встречаться с друзьями, и отчасти это и была правда. Ведь ехали без видеотехники, мы ехали, там, грубо говоря, с мобильными телефонами, у нас там действительно есть друзья, и мы сказали, как этих друзей зовут, где они живут и что они могут подтвердить. Я думаю, в этот день конкретно на выборы нас пустили. Через украинскую границу они... Олександр, а у вас были такие випадки? Вы до цього были в Білорусі? И в тому числе, наприклад, ніколи, да? Тобто, и ніколи там не знімали, журналістську роботу теж не вели? Нет, я там не был. Но смотрите, в КГБ, например, меня даже удивило, что у них была информация по поводу моих поездок там, от других изданий ранее на нормандский формат, на газовые договоры вот служба, с Россией. То есть, ну, в общем, все мои поездки в Европу у них как-то были в базе какой-то. Серьезно? Тобто выходит, что хоча це ви через Украину въезжали, да? Тобто у них была якась доступ до якоїсь бази. Они запрос знали, это элементарно. Службы, погранслужбы друг с другом. Добре, дякую вам за информацию.